Пойдемте домой, мама очень устала. Садись. Моя квартира. Родные мои, все, что мы с вами пережили, это очень веселая история. Нам всем было нелегко. Давайте, знаете что? Мы с мамой обязательно вам все объясним. А сейчас давайте просто попробуем успокоиться. И самое главное, поверить в то, что все самое плохое уже позади. Я вам овсянку сварила. Но, правда, она уже остыла. Теперь опять греть. В третий раз уже. Похож. Отправьте ориентировку полиции и объявляйте его срочно в розыск. Владислав Романович, да? У меня к вам последний вопрос. Конечно. Когда вы привезли из больницы Алину Кузнецову, с вами с ее балкона разговаривал какой-то мужчина. Среди этих товарищей его нет? Вот он. Уверены? Абсолютно. Я там задержался немного и... Через пару минут, когда Алина уехала с ее якобы мужем, из подъезда вышел вот этот и вот этот. Они прошли мимо меня, совсем рядом. Очень хорошо. Благодарю. Большое спасибо. Не за что. Обращайтесь. Да. У меня к вам просьба. Я могу встретиться с Алиной? Или ее охраняют как? Президента. Вы? Можете. Всего доброго. Помнишь? Тоже хотел сказать, помнишь, как ты прибегала ко мне после института? Постоянно опаздывала. Ну, а я, как положено, влюбленным идиотом, вечно тебя ждал после твоих бесконечных курсовых, лабораторных, дипломных. Да. Я там все время торчала, как идиотка, до последнего. Что-то проверяла, перепроверяла по 100 раз. Ну, это потому, что ты уже тогда была жуткой перфекционисткой. Считала, что обязана быть самой лучшей. Да. Старалась. Знаешь, почему? Почему? А мне казалось, что я до тебя не дотягиваю. Ты был такой, знаешь, взрослый. А я кто? Заучка в очках. Ну, слушай, ну я училась, из кожи вон лезла, чтобы вот, чтобы не бросил. Я помню, девчонки тебя первый раз увидели. Разговоров было. А я ревновала. Ревновала? Ревновала. Никогда в тебе этого не замечал. Подожди, а я когда-нибудь давал тебе повод для ревности? Нет, это мои тараканы. Знаешь, как навязчивая идея. Я все думала, найдет себе получше. Да. А вот здесь мы целовались. А потом бежали к бабуле чай пить. Золотая была бабуля. Между прочим, она всегда была за тебя. Помнишь? И как долго ты меня ревновала? Долго. 2 года. Потом что-то щелкнуло. Я расслабилась. Поняла, что ты это навсегда. Даже нет, не это важно. Важно, что ты не просто муж. Ты мой друг. Ой, Алька, ты такая скрытная, оказывается. Я столько всего интересного узнал. Хорошо, хоть сейчас выпал случай поговорить по душам. А то так бы и ждал от тебя этих признаний. А мне очень приятно. Знаешь, я жутко по тебе соскучился. Даже не знаю, как мы будем тебя делить с детьми.
Не надо меня больше делить. Я ваша. Влад. Влад! Игорь, познакомься. Это Влад Новиков, мой одноклассник. Очень единственный приятно. Человек, который верил мне с самого начала. Игорь, наслышан. Очень приятно. Вот теперь я понимаю, как выглядит настоящий герой. О. Ты должна им гордиться. А я горжусь. Правильно. О, дети звонят. Мы обещали ненадолго. Ну, как там дети? Ну, уже лучше. Ты извини, мы правда ненадолго. Да, я понимаю. Я просто хотел убедиться, что с моей любимой одноклассницей все в порядке. Все хорошо, Влад. Спасибо тебе. Игорь рядом. Все плохое мы забудем. Ну да. Куда мне тягаться с таким конкурентом? Влад. Влад. Кузнечик. Приходи в гости. С детьми познакомим. Да? С удовольствием. Зовите на обед. Огромное спасибо, что помогли в трудную минуту. Обращайтесь. Обращайтесь. Пока. Твоя школьная любовь? Дружили просто. И пират, черное крыло, хитро подмигнув, сказал: передай моим, я опять здоров. Мамуль, а давай ты нас завтра до школы проводишь? Папа сказал то, что можно пока что не ходить в школу. Но теперь-то надо идти. Пусть все видят то, что все хорошо. Конечно. Пусть все видят. Конечно, провожу. Так бы не отпускала бы вас вообще никогда. Но надо, значит, надо. Кому-то завтра рано вставать. Давай похорошо. Спокойной ночи. Мой солнышкин. Спокойной ночи, мамуль. Давай, мой хороший. Смотришь фотографии, заражаешься тем же настроением. Хорошая. Я не понимаю, как я могла им поверить. Все носилось с этой формулой. Я же вспоминала, вспоминала. Я плохая мать. И плохая жена. Перестань. Когда все вокруг, и тем более врачи, говорят тебе, что черное – это белое, поневоле начнешь сомневаться. Не кори себя. Дети тебя любят. Я тебя тоже люблю. Просто очень устала. Тебе нужно хорошенько выспаться. Ты мне поможешь? Ну, конечно. Добрый вечер. К станции как пройти? 300 метров. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Предъявите, пожалуйста, документы. А в чем, собственно, я спешу? У вас оперативная разработка, приказ проверять всех подозрительных лиц в темное время суток. А я кажусь вам подозрительным? Ну, ладно. Пожалуйста. Стояли! Все, все, все! Руки за голову! На колени! Руки за голову!
Мама, как правильно? To go to home? To go home. Поняла? Да. Сколько у вас сегодня уроков? У меня 5. И у меня 5. Значит, отлично. После школы забираю. Идем есть мороженое. Отлично. Мам, ты чего? Ничего. Шатохин, у меня ведь арифметика простая. Чем меньше мне скажешь, тем больше получишь срок. Давай, не упрямься. Поехали. Я не знаю ничего ни о каком вирусе. Ну что ты мне глупости говоришь? А зачем вы устроили тогда весь этот спектакль для потерпевшей? Подменили ей семью, дом? У тебя проблемы со слухом? Кто из вас устанавливал прослушку на квартире потерпевшей Кузнецовой? Да какая прослушка, начальник? Я всего лишь водила. Меня наняли баранку крутить. Кто нанял, Баранкин? Не расстраивай меня. Кто конкретно тебя нанял? Я не помню. Это было месяц назад. Смирнов, так у тебя тоже амнезия? Сколько всего человек было в банде? Ярыгин, рано или поздно я все узнаю. А у тебя сейчас есть реальный шанс скостить себе срок. Ярыгин, срок-то вырисовывается совсем не шуточный. Похищение человека, попытка организации убийства, а формула вируса, которую вы требовали от потерпевшей, добавляет вам к радужной картине научный шпионаж. Слышите вы, серьезные ребята, вы у меня сядете по-серьезному. Послушайте, я вам еще раз повторю, я не участвовал ни в каком похищении. Да даже если ее похитили, никто же не пострадал, правильно? Ни в каком шпионаже я не участвовал, побойтесь Бога. А зачем генералу потребовалась формула вируса? Да я вам еще раз повторяю, я ничего не знаю ни о каком вирусе. Меня наняли, чтобы я сыграл роль мужа, понимаете? Просто роль мужа. И когда Алинина память восстановится, я должен был позвонить генералу. О чем вообще разговаривал? Зачем? Я не знаю. Задайте все вопросы Пономареву. Он был нашим координатором. Здравствуй. Здравствуй. Это Юра Прокопенко. Ну, из моего класса. А я узнала. Юр, ты вымахал. А вы разве не умерли? Нет, как видишь. Ладно, пока. Мне тоже пора, мамуль. Ну все, учись хорошо. Пока. Пономарев. Ну ладно, эти. Но ты-то опытный следак. Тебе ли не знать, что чистосердечное признание? Как ты вообще попал в эту компанию-то? Валентин, неужели шантажировали? На взятки попался. Теперь тебя может спасти только полное признание вины и безоговорочное сотрудничество со следствием. Ну все, все, хватит выдыхать. Давай, рассказывай. Все по порядку, с самого начала. Да что там рассказывать? Ты сами же наверняка все знаете. Знаю. Хочу убедиться в твоей искренности. Ну? Мы следили за потерпевшей в течение месяца, чтобы выяснить круг ее связи. А кто сидел за рулем джипа, из-за которого она попала в аварию? Thank you.
Клиент вышел из школы, сел в тачку. А где был ты в это время? Ждал в условленном месте, где потом произошла авария. А почему именно там? Потому что там нет камер видеонаблюдения. Слепая зона. Мы должны были устроить автоподставу, чтобы выманить ее из машины. Потом Борис должен был отвезти ее к генералу. А мы, ну, все остальные, имитировать аварию и гибель водителя в результате пожара. Но все пошло не так. Она действительно перепутала газ и тормоз и со всей дури въехала в столб. А тормоза на ее машине мы не трогали. Она нам нужна была живая и здоровая. Вот. Ну, я позвонил генералу, доложил, а он разорался и велел действовать по плану. То есть имитировать аварию, фиксировать смерть Кузнецовой, ну и все как положено в таких ситуациях. А саму Кузнецову отвезти в больницу. Ну, мы так и сделали. Я отвез ее в больницу и сказал, что документы ее пока что приобщены к следствию. Ну, что? Пока все по-прежнему. Она в коме. Ну, хоть не сболтнет, и то хорошо. Проблем не возникнет. Я показал врачам удостоверение, сказал, что расследую причину аварии. Больше вопросов не задавали. Если к утру в больнице не появится никто из ее родственников, вот тогда-то и возникнут вопросы. Муж уже на измене, названивает каждые 15 минут. Так. Ну что, наломали дров твою дивизию? Андрей Владимирович, да мы-то ни при чем, она сама. Короче, мне нужна эта баба. Поэтому, Борис, поедешь сейчас в больницу, нужно быть в курсе, что там происходит. Как только она придет в себя, забирайте и везите ее куда-нибудь подальше. А лучше снимите какой-нибудь домик в глуши за городом. Да. Обо всем докладывать мне незамедлительно. Все ясно? Да ясно-то оно ясно. Вот только ведь к ней в больницу пустят родственников. Близких родственников. Совершенно верно, Боря. Ближайших. По плану генерала Шатохин должен был представиться ее мужем. Она должна была в это поверить, когда очнется. Но для убедительности нужны были дети. Тогда Шатохин и Смирнов вызвали своих из Калуги. Они подходили по возрасту. Но вы собственных детей? Это не моя идея была. Они сами детям сказали, что все это для того, чтобы помочь одной женщине, которая в аварии потеряла своих детей и на этой почве свихнулась. Хотя согласен, идея так себе. Ну а зачем вы ее потянули на эту квартиру? Вам генерал что сказал? Отвезти ее за город, правильно? Он изменил свои планы. Она же, когда очнулась, сначала поверила в свою амнезию, а потом засомневалась. Из больницы удрала, поехала по своему настоящему адресу. Генерал позвонил и сказал, что ее нужно везти на московскую квартиру. Я так понимаю, что генералу была нужна не столько сама Кузнецова, сколько какая-то формула, которую она на работе там придумала, а потом забыла. А мы должны были сделать так, чтобы она успокоилась, перестала метаться и вспомнила все, что нужно генералу. Ну ладно, с этим все понятно. Генерал-то вам объяснял, для чего ему эта формула? Для кого она предназначалась там? Я и про формулу-то узнал не сразу. Но, думаю, заказчики у него были серьезные. Как заказчики? Генерал утверждает, что заказчиков-то не было никаких. Что он решил сам завладеть этой формулой, чтобы потом
кому-нибудь перепродать с целью обогащения? Ну, конечно. Ему теперь гораздо, гораздо безопаснее замкнуть всю цепочку на себе, чем получить более серьезную статью. Но заказчики у него были. Он в последнее время очень нервничал и говорил, что если мы через несколько дней не получим формулу, то не сдобровать ни нам, ни ему. Значит, были заказчики. Значит так, в деле проявился новый персонаж, заказчик. И это точно не генерал. Но он как организатор должен был поддерживать постоянный контакт с заказчиком. Каким образом осуществлялась связь? Что говорят айтишники? Они пробивают его телефон и почту, пока глухо. Перед арестом он удалил все компрометирующие его файлы и документы. На восстановление уйдет время. Да нет у нас времени. Узнав о провале, заказчик наверняка лег на дно. Или уехал из страны. Он вообще мог находиться в любой точке мира. Главное, чтобы интернет был под рукой. Так или иначе, мы обязаны проработать все варианты, включая связь генерала с террористами. Ребят, давайте за работу. Мобильный телефон? Да. Можно я позвоню? Спасибо. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available. Спасибо. Пожалуйста. Где дети? Они ушли из школы больше часа назад. Настя при этом почему-то забрала Сережу с последнего урока. Куда они могли пойти? Не знаю. Сейчас Насте позвоню на мобильный. Алло, ну что? Если хочешь увидеть их живыми, никакой полиции и ФСБ. Это ясно? Не слышу ответа. Ясно. Ты получишь детей в обмен на формулу штамма вируса. Я не помню. Там фрагменты помню. Там 5 страниц текста. Олег Константинович, тут полно пальчиков, но все они принадлежат нашим знакомым. Сомневаюсь, что заказчик когда-нибудь посещал эту помойку. Так полагаешь или полностью в этом уверен? Дознаватели прибыли? Да, опрашивают соседей. Камер видеонаблюдения в подъезде нет, дом старый, квартира съемная, все, как говорил Пономарев. Продолжай. Едем. Сразу в полицию надо было звонить. А еще лучше в ФСБ этому подполковнику. Как только ты отдашь им формулу, они сразу же нас убьют вместе с детьми. Верно.
Но они никого из нас не убьют, пока у них нет формулы. Все, что я видела и знала, я уже и так рассказала ФСБшникам. И они отлично это понимают. Мы для них не опасны, но нужны. А значит, у нас есть надежда, что с Сережей и Настей все в порядке. И мы не будем пока звонить в полицию. Олег Константинович, айтишникам удалось кое-что восстановить из почты генерала. Продолжай. Примерно месяц назад генерал отправлял кому-то список сотрудников НИИ вирусологии. Среди них и Алина Кузнецова. Адрес получателя? Адрес есть, но чей он пока не удалось установить. Ребята работают, нужно еще пару часов. Ты знаешь, список, скорее всего, предназначался для заказчика. Это у нас пока единственная возможность выйти на него. Давай, поторопи ребят. Спасибо большое, спасибо. Скоро буду, скоро буду. Вы, мои хорошие, а я уже всем тут рассказываю о том чудесном воскрешении, как здоровье. А мы, между прочим, уже вакцину начали разрабатывать. Хочешь посмотреть? Евгений Михайлович, нет. Просто мой компьютер нужен. Так подожди, там другой человек работает. Как другой? Ну, нам же сказали, что ты... Да ты так не волнуйся. Я всю информацию с твоего компьютера слил к себе. Там действительно очень ценные вещи. Я хотел потом разобраться с этими файлами. Слава богу. Тебе плохо? Нет, хорошо. Точно? Евгений Михайлович, а? Посмотрите, пожалуйста. Сейчас. Исправила? Да. Вот, молодец. Молодец. Надо было раньше так. Моя аспирантка... Ну, ты здесь все верно. Да, все верно. Да. Не понял. Склероз. Заходи. Признаться, они серьезно подготовились, все продумали, предусмотрели. Сколько же надо денег, чтобы провернуть такую аферу? Две съемные квартиры, загородный дом, несколько тачек, плюс оплата каждому за работу. Значит, на кону огромная сумма денег. Смотри, если заказчик действительно представлял интересы террористов, то они, узнав о провале, оторвут ему голову. Причем буквально. Алина Кузнецова у нас жива. Передвижение ее по городу неограниченное. Ты знаешь, я бы на их месте, не дай бог, конечно, сам и попытался довершить задуманное. Прослушкой домашнего телефона мы свернули, но вас на возобновить 3 секунды. Да, ты знаешь, телефон ее мужа тоже, на всякий случай. Когда с ребятами все сделаешь, жду и мытища. Давай. Подожди,
и глаз не спускать со всех членов ее семьи. Алло? Вы правильно сделали, что не сообщили ФСБ. Формула у меня. Но я требую гарантии, что мне отдадут детей живыми и невредимыми. Это зависит от вас. Предлагаю сделать следующее. Алло, я в машине. Выезжай на Пироговское шоссе. После указателя 62-й километр свернешь направо и увидишь заброшенную промзону. Дети находятся там. Понял, еду. Мне что делать? Как только твой муж подтвердит, что дети в целости и сохранности, я сообщу место, куда ты должна прийти. Прийти? Пешком? Это рядом с домом. Ты отдашь мне формулу, муж заберет детей. А почему я должна вам верить? Я хочу услышать своих детей. Можешь не верить. А формула оставить себе. Тогда детей больше не увидишь. А откуда был звонок? Он сразу отключил телефон или компьютер. Ха, умный черт. Есть. Пироговское шоссе, северная окраина города. Можем не успеть. Быстро свяжись с ближайшим отделением полиции, пусть отправят в промзону группу захвата. Давай. Кузнецова предупредить. Ни в коем случае, ты чего? Они могут прослушать ее и ее мужа. Так, ее мужа. Где находится сейчас машина Кузнецова? 2 километра от дома. Движется в сторону Пироговского шоссе. Алло, Игорь, это Крюков. Товарищ подполковник. Тише, тише, мы знаем, что ваших детей похитили. Скоро они будут в безопасности. Алина! Подождите, это еще не все. Похититель специально выманил вас из дома, чтобы ваша Алина осталась одна в квартире. Я возвращаюсь домой. Так, послушайте, к вам домой отправлена группа захвата. Скоро они будут на месте. Оставайтесь там, где вы находитесь. Это приказ. Слышите? Все. Я понял. Меня испугал. Прости. Дверь была не заперта. Я на минуту. Я пришел сказать, что уезжаю. Не хочу мешать вам и семейному счастью. Влад, сейчас не до тебя. Что снова случилось? Ты с Игорем поругалась? Настя, Сережу похитили. Ничего себе. Это ты во всем виноват!
Почему ты не позвонил в полицию, когда я наговорил тебе тогда про ненастоящую семью на автоответчик? Почему ты не позвонил? И поймали бы всех уж давно! У меня же телефона не было. Я вот тупо дома забыл. А во второй... Ты из ниоткуда через 20 лет. Ты организуешь встречу одноклассников. Здрасте. Вот! Наконец, слава богу, хоть одно знакомое лицо. Привет, Кузнечиха, жива. Привет. Мы же договорились в 8. А если бы я не приехал раньше, что тогда? Важно, чтобы ты главное помнила, а подробности они восстанавливаются. Вот сейчас приедем к тебе домой, и все сразу станет ясно. Так человек. Алиш. Что вам от меня надо? Спокойно. Вы меня преследуете? Все хорошо, поехали. Вот этот стол. Я не могу быть просто другом. Это для меня мало. Я люблю тебя. Это Влад Новиков, мой одноклассник. Единственный человек, который верил мне с самого начала. Очень приятно. Я просто хотел убедиться, что с моей любимой одноклассницей все в порядке. Я волновался. Через час бы привез тебе твоих детей. А теперь одна надежда на ФСБшников, которые должны поверить в твое самоубийство на нервной почве. Да помогите! Вы целы? Колодки целы. Идем домой. Их везут домой. Все хорошо. Все хорошо. Вы лица их не запомнили? Нет, он был в маске, там было темно. Маленький был. Я вам клянусь, что не хотел убивать детей. После всего того, что вы сделали, мне будет крайне сложно поверить в ваши клятвы. Да, в принципе, мне это уже ни к чему. На основные вопросы ответ-то у меня уже есть. Формула штамма вируса Конго-29 предназначалась для международной террористической организации, о чем свидетельствует зашифрованная переписка из вашей электронной почты. Новиков, нетрудно догадаться, что люди, на которых вы работали, хотели использовать этот вирус как биологическое оружие. Новиков, сотрудничать будем?
Простите меня, пожалуйста. Это я во всем виноват. Ну что ты нам? Ну, вы меня поймете. В жизни тоже есть своя формула. Формула счастья. Любая формула состоит из компонентов. Если сделать главным один компонент, то остальные угасают. Вот так я ушла в работу. Чуть не потеряла вас, свою семью. Я вам обещаю, больше такого не повторится. А вот эта песня мне больше нравится. Только ты не вздумай уходить из своего НИИ. Ты талантливый вирусолог. И твоя вакцина может спасти жизнь сотням тысяч людей. Да, мам, ты без своей работы все равно жить не сможешь. Просто давай договоримся, в неделе 7 дней, так вот один из них наш. Нет, я не согласен. Не один, а два. Наши двое. Интересная арифметика. Я тоже требую 7 дней. Я вам вот что скажу. Давайте проводить каждый свой свободный день вместе. Вот у нас сегодня выходной. Что мы будем делать? Да пойдемте в кино. Уже 100 лет там вместе не были. А что, попкорн возьмем? Только на что-нибудь легкое. На комедию, например. На комедию. Решено. Проверяй сеанс. Хорошо. Приятного всем аппетита. Спасибо. Спасибо. Взаимно.